5 июля в Казани прошла презентация фильма «Представь» от Ильшата Рахимбая. Молодой режиссер всего 2 года назад закончил Казанский государственный институт культуры по направлению киновидеотворчества и уже сегодня добился признания в киноиндустрии. На презентации побывали представители из разных сфер деятельности и поделились своими впечатлениями о новом фильме. Фильм интересный, интересная тема, она затрагивает 2 религии. Вроде реально, но нереально. Происходит симбиоз. Действительно, наша республика служит примером, как религии между собой взаимосвязаны. Они живут дружно. Проблема эта характерна не только для нашей страны, для нашего региона, а для всего мира, скажем так. Все-таки разные религии у нас существуют, и существует борьба между ними. И в этом фильме как раз-таки режиссер пытается показать. Видно, что они горят этим, что им это нравится, что они любят свое дело, они наполнены какими-то новыми креативными идеями. Темы, по крайней мере, те, которые были озвучены в роликах, они глубокие. Речь о человеческой осознанности, о взаимодействии, ну то есть об отношениях людей разных вероисповеданий, я так понял. Вот мне было, конечно, очень интересно посмотреть этот фильм. Реализация фильма требует больших затрат, и для того, чтобы закончить киноленту, необходима ваша помощь. Поддержать проект Ильшата Рахимбая вы можете на сайте, который вы видите на экране. Регина Фахрутдинова, Руслан Уразаев, Универньюз.